участием хамелеона мы читаем наш слог на обычном тоне. В моих словах скрытые движения сознания, насмешка над реальным ощущением. Да, вы ведь знаете, некоторых вещей наяву не происходит вообще. Видения уходят, но потоком мыслей можно воссоздать их в изначальном смысле. Я снижаю высоту, подобно желтому листу, медленно спускаюсь, замечая на лету поток эмоций, горящих в атмосфере, вспышку чувств, покрепшей вере. Каждый живущий человек испытал в душе своей безумной страсти накал. Он точно знал, что в этот момент для него и для всех вокруг ничего важнее нет. На это не способны силы предрассудков, советы, запреты, законы, прихоти и желудка. Но неизвестны и незаметны мои лирики, следы в пределах видимой пустоты. Свободный стиль привлекает воли тона, я свободен, вооружившись микрофоном, сила воли. В арсенале касты и хамелеона, эти взрывы слышно далеко за нашим полигоном. Свободный стиль привлекает воли тона, я свободен, вооружившись микрофоном, сила воли. В арсенале касты и хамелеона, эти взрывы слышно далеко за нашим полигоном. Наш разум свободный от лишних проблем, повышает способность противостоять тем, кто мешает гармонии внутреннего мира. Нам постоянно помогает психолира. Как к свободе заложено в нас детство. Каждый ищет свое средство для того, чтобы порвать оковы и прийти сюда, где спрятано все, это ждет нас всегда. И я верю, мы прорвемся сквозь все преграды, заслоны врагов, через милиции и наряды. Если надо, я пожертвую всем, что имею ради касты. Никогда не охладею. Иногда мы действуем неосторожно, все равно остановить нас невозможно. Только потому, что нет такого. В сигнале касты и хамелеона, эти взрывы слышно далеко. Свободный стиль. Продолжайте. Мы там на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. До этой сцены очень короткий путь из царства подвалов, темных улиц, грязных тротуаров. Я удивляюсь, как близко до записи на дисках, от голосов в подъезде, от тех дней, когда все были вместе. До этого момента, когда защиту чести признали делом ехидных комплиментов, непонятной мести, которую закладывают в песни. Все это превращается в моду. В итоге наши люди пьют отравленную воду. Какое содержание вкладывать в куплеты — это личное дело каждого. Песня не об этом. Волна моих мыслей селится низко, но на сцене не должно быть помех, чтоб запустить ее вверх. Я удивляюсь, как близко от этой сцены до обелиска. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Кубические метры этого пространства, охваченные неистребимым духом братства. Ваша толпа от нашей отделяется нечетко. По-любому будем вместе пить водку. Я вижу тех, кто поддерживает наше мнение. Мы имеем с ними те же самые стремления. Здесь нет зрителей, вдохновители, отступники, любители. Нет 18, уже преступники и просто зрители. Когда кто-нибудь покидает сцену, заходит кто-то новый с улицы на смену. И что не вечно, но это не затихнет. Несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит себе ее черты. Я раз на раз два, новая глава. Каста здесь, ситар, кальян, тротиловую шашку, вкрученный запал. Пригнись, осталось 2 секунды, одна, плэм, раз на раз. Под слоем бархатной пыли возник энергетический заряд.
заряд моего стиля. Его назначение сбивать метеориты, но я его накладываю рифмами на ритм прямо сейчас. Смотрите следующую серию. 4 измерения в режиме стерео. Пацаны из Ростова и Саксая готовы к действиям, как линзи и самураи. У нас 360 градусов свободно не толпа. Чё мне плохой мальчик любит нехороший рэп? Потасовки, тусовки в кармане носит кастет. И этот свинец в целях самозащиты. Любой, кто не поймет, то да, ха! Будет битым тот, кто поет не о том. Будет битым тот, но об этом потом, потом звон. В голове звон, перезвон, давит, давит на нервы, дели-дели, трон-трон. Я раз в припадок, руки сжались в кулак. Все лицо в крови, окутал ненавистный мрак. Итог, собака ест собаку, а и бульдог рвется цепь в атаку. Делаются ставки, захлопнутый капкан. Ты в торби, мэн, преврати его в план. Преврати его в план, ставки сделаны, давай. Время не теряй, свой шанс не упускай. Емкий стиль, тот свой нож. Как выпускаю я свой рэп. Рэп всяким панкам, неформалам, кто не понимает это. Дать им пизды, да такой конкретной, что... Да. Жизнь возьмет мистер смерть. Придет мистер смерть за тобой, мистер смерть. Придет, а ты уже не живой. Пообщаюсь. Где мы, что происходит? Мы в кино. А что за кино, что за фильм? Кино про рэп-фестиваль. Хип-хоп инфо кино называется. Да. Ты не знаешь, что выиграл? Я даже не предполагаю, только подошел. Ага. Чей кубок? Кубок? Его, видимо, он держит. Просто тип какой-то проходил, говорит, пацаны, 5 сек подержите, отлить надо, ну с кубком в туалет. И он ушел, мы стояли здесь, блядь, че. Кубок будешь возвращать обратно? Не, а че бы я у себя оставил, смотри, я показываю, во, блядь. А гран-при, на самом деле, вы думали, что реально могли бы стать победителем? Конечно, с самого начала были такие же надеи, не просто идеи, а просто мы были уверены. Мы были уверены, что это сделаем, это все было подстроено. На самом деле, подстроено? Именно нами, чтобы мы выложились полностью, сделали мы заранее все рассчитали. То, что должны были сделать. На самом деле, я скажу. Я скажу правду. На самом деле, блядь, мы благодарны, извини, очень многим людям за это, потому что просто по-пацанячьи это была поддержка со стороны москвичей, потому что мы приезжали сюда, ну это второй раз, первый раз мы приехали, мы здесь нашли общий язык, потому что культура хорошая здесь, ну хип-хоп культура. Мы делаем свое надо, ну у нас как бы. Какие планы? Приезжайте, посмотрите, серьезно. У нас здорово, серьезно. Я у вас в Азове рядышком отдыхал в свое время. Какие планы, парни, творческие? Творческие планы. Мы хотим денег зарабатывать. Да, чтобы было на что продлевать наши действо, так сказать. Что можно пожелать тем парням, которые сейчас только начинают? Ну, они все молодцы. Отвечать за свои слова, за каждое свое слово. Если они что-то делают, пусть... Действительно, следят, чтобы это было правда. Чтобы не было лживых улыбок, там, каких-то фальшивых. Не, просто как, есть позиция попсы, есть позиция. Истина на попсу, в принципе. Да, тоже ты знаешь. У кого будет этот кубок храниться? У нас, у всех. У нас вот есть наш шеф. Это наш, да. Вот он будет у него. Будет под каким-то хрустальным куполом, будет охрана, цепи. Может быть, пару собак. Я положу его в ящик. Буду показывать очень немногим. Очень немногим. Девчонок ваших поклонников теперь увеличится? Поклонниц увеличится? Я не знаю, если они к нам в Ростов приедут, мы будем рады. На самом деле, я вам скажу, не увеличится они на единицу, потому что все и так уже наши поклонницы.
уже живет. Я вам желаю удачи. И чтобы вот этот кубок был первый среди тех кубков, которые вы получите на последующих фестивалях. Удачи. Счастливо. Мужики, это самое.